я. Такого дня не видел Ленинград. Нет, радости подобной не бывало. Казалось, что все небо грохотало, приветствуя великое начало весны. Уже не знающий преград, гремел неумолкаемо салют из боевых прославленных орудий. Смеялись, пели, обнимались люди, встречая победительный парад. В первый бой сорвет ладонью рану на груди. Стала земля, стала под тобой, и жизнь уже казалась позади. И только тверже выходила и завела суровая доверчивая Русь. А я вот без тебя. Как многих нам уже не досчитаться, но мы не плачем. Правду говорят, что слезы вымерзли у ленинградцев. Гордость у нас должна быть от того, что мы рядом с вами живем. И честь за то, что мы живем рядом с вами. С тем поколением, которое попало волею судьбы, жизни, значит, решением властей такую ситуацию. Чтобы величие того подвига, который совершен людьми, которые жили в блокаде в Ленинграде, которые выстояли, было еще ярче и сильнее. Еще мало о блокаде сказано по-настоящему и именно о людях блокады. Я думаю, что без извращения будущее историки расскажут так же, чтобы это величие подвига еще больше засияло, значит, на фоне уже того, что происходит, к сожалению, иногда в нашей стране. А присуждено звание почетной гражданинки Несебского района. Это и ваша заслуга. Сегодня много теплых слов вам еще скажут. Я хочу пожелать вам, берегите себя. У нас есть задача еще встретить 9 мая, 630-летие города Кингисеппа. Берегите себя, и пусть рядом с вами будет любовь и уважение. Спасибо. Наше старшее поколение, старшее поколение нашей великой страны, на самом деле на вашу долю досталось, наверное, самое серьезное испытание прошлых, как минимум, 100 лет. 70 лет этой великой победе, когда полностью была снята блокада вокруг Ленинграда. Губернатор Ленинградской области Дрозденко Александр Юрьевич просил сегодня в телефонной беседе всем вам передать поздравления, пожелать вам здоровья, и чтобы вы всегда гордились и своими поступками, и то, что делает уже сегодня молодое поколение. То, что вы пережили, то, что есть ваша толика участия в этой победе, это неоспоримый факт, и мы никогда это не забудем. Мы гордимся вами. Спасибо. Вручение памятного знака, посвященного 70-летию полного снятия блокады, приглашается глава города и района Невский Александр Игоревич и глава администрации муниципального Кингисеппского района Гежели Виктор Эвальдович.
свой дом, свою жизнь, свою веру и славу. В годы страшного голода разум был жив, и народ наш душой непоколебим, только шепот сквозь сны блокада. В Ленинграде в ту пору бушует зима, и согреться, наверное, все только мечта. А над городом тревога и бомбы летят. Только Пушкина книга подарена мне, со слезами ее разжигаю в огне, разжимаю замерзшие. Для вас поют песню Юрия Антонова «Снегири», ансамбль «Офицеры». Нашей социальной службе или комитету социальной защиты.
потому что посмотрите, как оперативно. Они каждому из нас принесли письма о том, что 22-го будет в этом зале мероприятие. А я вообще удивлена была. 20-го было совещание по проведению вот этого праздника, когда мы попросили, что нужно талончики на такси, чтобы приехать. Я удивилась. Буквально через день талончики все получили? Все получили. Это очень хорошая услуга была, как вот с палочками кто доберется сюда. А вот эта забота тоже для нас очень весома. Спасибо большое. И в попытках прорыва солдат наш стрелял, и за каждый кусочек земли и медаль. Я рыдаю и детям свои... Наверное, не было никогда такого приятного забега, как сегодня. Это самые, наверное, такие 100-метровки, которые вот с удовольствием делалось. И мы готовы ради вас бегать, плясать, танцевать, воевать, если зато придется, не дай бог. Поэтому с праздником вас всех, с праздником еще раз. И маленький повесочек такой еще. Губернатор также распорядился, и к этому знаку еще будет по 3000 рублей. Вот действительно, Виктор прав, значит, мы... Вы знаете наше отношение к вам. Вы знаете всегда, что в Кингисеппе, в районе, власть нешванливая, мы не хвалим себя, мы говорим как есть. И если у вас есть проблемы какие-то, мы стараемся их решить. Если мы не можем, мы говорим, что мы не можем решить. От души здоровья, счастья, любви и уважения близких. Благодарю, спасибо, город, что выстоял блокаду.